Выпуск Незнайка. Что такое выпускной? Дети уже выросли и пойдут в школу. Станут школьниками. Школа! Вот еще! Нам и здесь было весело. Не хочу целый день сидеть за партой. Лучше на качелях-каруселях кататься. Незнайка, можешь забавляться на каруселях, но тогда ты не полетишь в экспедицию со Знайкой. Экспедицию? Куда это Знайка собрался? Это очень важная экспедиция. Про нее даже в моей энциклопедии написано. Вот, смотри. Ух ты! На космическом корабле! Я тоже хочу! Стану космическим путешественником! Эй! Вы меня забыли в экспедицию? Я тоже хочу с вами! Незнайка, а ты математику знаешь? В экспедиции на Марс нужно делать математические расчеты полета ракеты и записывать все наши открытия. Я не могу взять тебя с собой. Ну и ладно, сами летите, свистите. А я пойду к Ромашке в кондитерскую. Там столько всего вкусного. Буду печь пироженки. Незнайка, ты же не умеешь читать. Как ты прочтешь рецепты вкусных тортиков и пирожных? Тоже мне мороженое-пирожное. Я лучше врачом буду, как Пилюлькин. Нет, Незнайка, ты же не знаешь биологию и писать не умеешь. Как же ты будешь выписывать рецепт? Что же мне делать? Никому я не нужен. Не расстраивайся, Незнайка. Тебе просто нужно вместе со всеми ребятами пойти в школу. Только поспеши, а то опоздаешь и пропустишь что-то очень важное. Подождите, подождите! Возьмите меня с собой в школу! Я тоже хочу учиться! Чему вы научились в садике за все эти годы? Мы научились в садике за год. Мы научились читать, делать из букв предложения, делать графический интерактант. А мы сегодня в садике делали занятия, как в школе. Учились, и у нас получилось солнышко из заданий. И мы все готовы. И у нас простые медали, золотые и так далее. Писать и читать. Читать и читать. Писать, читать и как там... Мы уже говорили, математика и все. Нет. Уроки. Я научился писать буквы. Отлично. Я тоже. Я научился какого-то. Примеры учить. Примеры писать. Я научился читать и умножать. Решать примеры. Читать, писать и примеры решать. Писать. Читать. Чем-то умным и хорошим. Я тоже читать. Вот это учить буквы. Учиться я хожу в сад. Чтобы быть умным. Я хожу на кидо, на всякие еще какие-то занятия. Я умом научилась. Делиться.
примеры, рисовать красиво. Решать всякие задачки. Решать, читать. Писать. Еще буквы всякие. Вы не представляете, сколько всего интересного было в нашем саду! Мы играли, веселились и рисовали. Да вы сами сейчас все увидите. Смотрите! Утром рано.
правда ли, правильно ли он сказал, точно. Четыре. Молодец, Надя. Так, дальше. Так, а вот этот ответ вы все уже сделали? Вот смотрите, Алина молодец, все сделала. Кто сделал, отложите, поднимите руку. Так, Маргарита, прочитай голубой вопрос. Сундук. Ты так уж все показал, что супер получится. Готовы в школе, как мы. Мы готовы к школе? Я продавцом. Или... А, не, я хотел бы стать поэтом. Поэтом? А ты кем хотела? Ну и продавцом тоже. Продавцом. И я хотела бы стать, когда вырасту, стать доктором. А я когда вырасту, я хочу стать поваром. Футболом. Футболистом? Да. А ты я тоже. Кем? Тоже футболистов. Я бы хотел стать военным, когда вырасту. А я бы хотел стать военным спецназовцем. Продавцом. Я хотел стать пожарным. Работать в садике воспитателем. Делать чертежи. Я хотел бы стать строителем. А я бы хотела бы в игрушках бы работать. Я доктором. Я вот хожу на самбо, я бы хотел стать победителем, много побеждать в самбо. Я стану, когда вырасту, ветеринаром. А я когда вырасту, я буду строителем. Я хотел стать тренером, а я поваром. Я хочу доктором. Ты скейтером. Я бы хотела стать воспитателем в садике. А я хотела сниматься в фильмах и быть певицей. Ужа, ужа, уезжай, ужа, 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 ужа.
Гречка с соусом и макарошки. А? Макарошки еще. Салат, котлета и картошка. Моя любимая блюдо — это каша гречневая. А моя
любимая. Как? Нет. Суп. Какой? Манная каша. Манная каша, да? Да. Каша. Каша. Суп. Каша, суп, котлетки и все остальное. Да. Макароны. У меня каша. У меня борщ. Самое вкусное блюдо. А у меня еще суп. Да, Антон? Ага. Лоб с мясом. Да у меня запеканка таложенная. Мое рис с мясом и ежики. Мои ежики. И каша. Запеканка. Мясные ежики. Картошка. А у тебя? А у меня суфле из курицы. У меня самое вкусное блюдо — это картофельное пюре. Суп, суп овощной. Куриные суфле. Гречневая каша с молоком. Моя любимая — курочка с ножкой. А у тебя? Бафия, нет. У нас все любимое. Даже обувь люблю кусать. У меня самое вкусное блюдо — суфле мясное. А у меня котлетки-ежики. Хочешь быть здоровым, сильным, очень ловким? Вместе с нами напевай песенку простую. Ешь полезную еду и не ешь плохую. И не ешь плохую. Обед у нас борщ, на второе картофельное пюре, котлеты мясные, салат из капусты с огурцом, напиток из шиповника. Хлеб ржаной, приятно всем сидеть. Спасибо. Кто-то забыл сказать спасибо? Скажи. Ешь полезную еду и не ешь плохую. По ночам есть совсем не надо нам. В головах детей и мам место только сладким снам. Место только сладким снам. Ты от чипсов откажись и от газировки, если хочешь быть здоровым, сильным, очень ловким. Вместе с нами напевай песенку простую. Ешь полезную еду и не ешь плохую, и не ешь плохую. Thank you.
быстро пролетело время. Закончилась первая часть нашей истории. Но не расстраивайтесь. Совсем скоро я покажу вам продолжение. Я вам покажу еще кое-что интересное про наших выпускников. Смотрите! Если ты плохой, то тебе будут всегда то же самое делать. А если ты хороший, то тебе ничего не будут делать. Это плохой человек делает плохие вещи, хороший человек делает хорошие. Вопросы другие плохие, а другие хорошие. Плохим, хорошим человеком это хорошо. Просто надо вести себя хорошо в садике, чтобы не наказали, а потом будет скучно. Потому что хорошего все любят, а плохого никого не никто не любит. А ты как думаешь? Я думаю, то, что с Платоном. Потому что хорошие люди, они просто добро делают. А плохие – зло. Лучше быть хорошим, потому что тебя любят. Я думаю, тоже так. Потому что если быть плохим человеком, то ты получаешь много неполезных знаний, и ты... Ну, бьешь человека, и ты таким учишься. А не плохой человек хуже, чем хороший, потому что хороший человек, он делает добро, он никого не обижает, а плохой человек, он делает плохо и вредит людям. Хорошие люди совершают добрые поступки, а плохие нет. Чтобы маленьких на руках носить. Я думаю, чтобы не обижать. Я думаю, хороший. Я тоже люблю хороших. Плохой. Это плохой? Это враг. А хороший? Это... Добрый, помогает всем. Да. А сейчас я хочу познакомить вас с моими друзьями. Нашими выпускниками. Мы что-то потеряли, и долго его искали. И небо было хмурое, и дождик моросил. Под лепестком ромашки, у месяца в кармашке. Где пропажа нашей, никто не находил. Хорошее настроение.
смеется, и в солнечные сети. Ты зря его ловил, известно всем на свете. Оно в твоей конфете, которую ты с другом сегодня разделил. Хорошее настроение, сплошное невезение, когда однажды утром его ты не найдешь. Хорошее настроение, немножко вдохновения, и ты уже с друзьями танцуешь и поешь. Хорошее настроение, сплошное невезение, когда однажды утром его ты не найдешь. Хорошее настроение, немножко вдохновения, и ты уже с друзьями танцуешь и поешь. Это опять я, Незнайка. Давайте вместе посмотрим выпускной. Ребята так старались. Поспешим, уже начинается. Сегодня выпускной. Прощальный грустный бал. Прощальный, потому что дети повзрослели, а грустный, потому что уходят от нас. И здесь они сегодня все такие красивые, нарядные. И празднично украшен наш зал. Давайте встретим их аплодисментами. Ребята, проходите к нам. Детство и уходит наш
нашем зале. Незаметно пролетели беззаботные деньки. Мы окрепли, повзрослели, скоро мы ученики. Солнце лучиком веселым, Бог на радость наступит. И гордимся мы сегодня словом важным выпускники. Нарядно сейчас стоит слова, волнуюсь говорить. Но так грустно покидать наш сад, но не дороги уж назад. Детский сад нас ждет свидания, мы уходим в первый класс. Хоть и грустно расставание, не волнуйся ты за нас. Этот праздник, день прощания, грустный и веселый. Детский сад нас ждет свидания. Здравствуй, здравствуй, школа! Thank you.
Но они скоро подрастут, станут такими же, как вы, и тоже пойдут к вам в школу. Дорогие выпускники, наши детки пришли вас поздравить. Привет. Привет вам, ребятишки, девчонки и мальчишки. Вы уже совсем большие, а мы еще мальчишки. Мы, ребята, малыши, всех поздравить вас пиши. Первый класс вы поступайте и про нас не забывайте. Желаю вам учиться, пятерки получать и свой любимый садик хотеть вспоминать. А сейчас наши ребята станцуют для вас танец, который называется «Хлоп-топ». В школе сидишь за партой,
смотри, головы не верти, нос свой нигде не суй, буквы выводи. Я не пойду больше в школу. А как же ты будешь жить без знаний? Ой, да я и так все знаю. Да ну? Да, да. Да, ну скажи, да, да. Мне, Буратино, сколько будет? 2 + 3. Так, 2 + 3. Будет 6? Или 7? Ребят, правильно? Нет. А сколько будет? 5. Вот так, Буратино. Ой. Ладно, вот с математикой ты не дружишь. Скажи, а читать ты умеешь? Умею, что там уметь? Да, ну-ка прочитай, Буратино. Так. Что же тут написано? Так, это буква М. Мыло? Ребята читать умеют, не так. А мы в садике учим буквы, вот так и учимся читать. Да. Вот сейчас мы тебе покажем, как мы учим буквы. Ну, и как мы из букв составляем слова. Ну давайте, давайте, я посмотрю. А? Выходит 5 человек ко мне, так. Иди, Маша, иди, Дима, кто еще хочет? Ну, иди, Слуха, иди, Наташа. Да, сейчас я вам раздам буквы. Вы должны посмотреть, никому пока не показывайте. А потом из этих букв вы должны составить слово. Нужно встать так, чтобы получилось слово. Смотри, я посмотрю. Я посмотрю. Так, считаем, ребят. 1, 2, 3, 4. Вова. Покажи,
малыши, ребята. Ух, все равно не пойду учиться, не хочу. Это, Буратино, не так просто. Не хочу, у меня вон что есть, ключик золотой. Я, он волшебный, я если вот так им делаю чип-чип, то все, что пожелаю, все произойдет. Да? И мне школа не нужна. А вот теперь послушай-то у нас, что дети тебе споют. Кто может слушаться, когда не учится? Сейчас посмотрю. Так, Семён. Представляете,
весь день, липнет лень ко мне, как тень. Я нисколько не шучу, целый день я спать хочу. Лень читать, учить уроки, сам от лени этой в шоке. Лень с собакой прогуляться, только кушать бы да спать. Но сказала мама строго: что-то ленишься ты много, посиди голодный день. Проучи свою ты лень, пей сегодня только чай. Телевизор не включай. И поверьте, лучше стало, лень моя тот час пропала. И с просонья говорит: эх, жестокая судьба, все замучили меня. Просыпайся, миленький, вставай скорей, родименький, чтобы быть всегда здоровым. Отожмись 5 раз от пола, наклонись и подтянись, полотенце наподрись. Просыпайся, миленький, давай скорее, родненький, дай бабуле не ворчись, пирожков не испеки. Чтоб предметы изучить, чтоб уметь читать, писать. Не лезь его кровать, не хочу совсем спать, и прошу мне такой чай. Я сама тебя умою, постель твою накрою, твой портфель я соберу и до школы провожу. В школе ждут тебя друзья. Ох, отстаньте от меня, есть у меня подружка, мягкая подружка. Оля, что не говори, что же ждет нас впереди? Не учим останется, будет в жизни маяться. Эх, жестокая судьба, ладно, ладно, встану я. Доктор, доктор, помогите! Сына от беды спасите! К его кругленькой макушке приросла подушка! Отойдите, мама, не мешайте! Так, послушай ребенка. Вот пчелка, селенка. Тебе на ее повернись. Нос языком косить. Тебе диагноз расскажу, думаю, не удивлю. Ленивица, вот это дружок, вот не хотение то. Да, крепко пьется подушка, не оттянется в макушке. Вам совет я дам такой: надо ехать головой. Нет, не дам, не трогать внука. Что за день ему наука? Есть еще один совет: горить вам или нет? Нету силушки моей. Говори уж поскорей.
Если будешь ты лениться, если ты пойдешь учиться, чудо вновь произойдет, и подушка отпадет. Значит, надо постараться и с подушкой расстаться. Сам рубашку я надену и займу скорее дело. Сделаю зарядку, в портфель свяжу тетрадки, в комнате все приберу, на уроке побегу. Спасибо, Иван Иванович. Обращайтесь. Подружки, красота. Здравствуй, школа, здравствуй я.